Продолжаем наши работы. Выставили 10 миллиметров для усика. Теперь надеваем кромку 10 миллиметров для капельника. Делаем маяковые. Сначала справа. Можно с середины начинать. Вставляем зажим справа. Затем вставляем зажим слева. И переворачиваем картину. Теперь у нас мы выставляем кромку. 5 сантиметров у нас она вот на киянке отмерена. Вот она линия 5 сантиметров или 50 миллиметров. Здесь теперь то же самое. Так, ослабьте, если зажим немножко.